Берлин, Париж, Брюссель, Вена и, наконец, Москва. Астана Мюзикл и Республиканский немецкий драматический театр завершили европейское турне. Проект под названием «Театр Великой Степи» в рамках программы «Рухани Жангыру» поддержали Министерство культуры и спорта Казахстана и «Казахконцерт». О том, как необычную постановку мюзикл «Кызжыбек» приняли в Москве, расскажет наш собственный корреспондент Дана Нуржан. Первая казахская национальная опера «Кызжыбек» была представлена в Москве в 1936 году. Тогда она имела ошеломительный успех. И вот спустя 80 лет «Кызжыбек» вновь на московской сцене. Астана Мюзикл выступает в театре «Модерн». В 1936 году в роли Жибек в Москве блистала легендарная Куляш Байсеитова. На гастролях в 2017-м российских зрителей очаровывает игра артистки Инабат Ризабековой. Для меня это большая честь, и я очень стараюсь оправдать возложенное на меня доверие. Хочу показать, какими должны быть казахские девушки, их душевность, рассудительность, красоту и чистоту помыслов. Свою интерпретацию музыки Евгения Брусиловского и либретто Габита Мусрепова предложил режиссер Асхат Маемиров. В рамках проекта «Улы Дала театра» – «Театр Великой Степи» он поставил этнофольклорный мюзикл. «Кызжыбек» – это наше национальное достояние. В нем все есть – и народный фольклор, эпос, народные музыки, все золотой фонд народных наших композиторов именно находится в нем. Оригинальность нашего мюзикла, этнофольклорного мюзикла, заключается в том, что мы перевели весь музыкальный материал симфонического оркестра на этнофольклорный ансамбль. Поэтому, конечно, для европейцев это было, для них было открытие, на самом деле, познать, что тем более в спектакле присутствуют элементы степного театра. Выступление на бис и долгие овации. Зрители рукоплескали стоя и буквально не отпускали артистов. Совершенно потрясающе, потому что я последний раз плакала в театре где-то лет 10 назад, а сейчас я просто вот в конце, я просто не могла остановиться. Вот, и, ну, я не знаю, это просто вот актеры, они не сыграли, они это прожили на сцене. Это вот... Действительно, очень эмоционально, и передали великое, большое чувство, любовь. Вот. Даже несмотря на то, что я не понимала язык, но все-таки впечатление это передалось душевно. Эффектным выступлением в Москве театр «Астана Мюзикл» завершил турне по европейским столицам. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.